подмосковным способом. Вот я что думаю, когда залезаю я на страничке своим одноклассничкам, когда вот фотки с удочкой, это, ну, самое, наверное, интересное, что у них есть. Работа, отдых в виде тусовки с женой. И выпивка, пивко, пузо, ну, такое адское. Ух ты. Адское пузо и, значит, это, гамак. А, дача, дача обязательно. Фотография с любимой тещей. Значит, фотография с кем еще? С начальником. С начальником обязательно. Машина в гараже. Тоже очень интересная фотография получается. Но что самое веселое, я вот чувствую, что мне, допустим, иногда скучно жить. Ну, блядь, ну скучно. Но у меня сейчас вот еще, допустим, час половить рыбу, потом пожрать шашлык, потом валить из Минска в Москву, на следующий день ловить педофила, потом ловить гандона, который мне деньги не отдает, потом ловить еще одного педофила, потом открывать пирамиду и срывать всей, значит, силой своего воображения мэрскую кампанию стукачу и пидорасу. Короче, дел вообще немерено. Потом, может быть, ехать в Камбоджу на мотоцикле. А все равно скучно. Почему? Потому что рыба, сука, не клюет. До новых встреч.